Вечер всем приветствую на странице послания пробуждающегося человечества. Меня зовут Елена Новосвит. И сегодня у нас суббота, 1 мая, особый день, да. Но прежде чем начать говорить на серьезные темы, мне кажется, что сегодня в этот. В субботний вечер, вот как-то мне особенно хочется прочитать молитвы. Если вы можете, прочитайте вместе со мной. Давайте вспомним молитву, самую главную молитву, которую, которую оставил нам учитель. И эта молитва Отче наш. Отче наш, сущий на небесах да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. И молитва, которую передал Учитель, молитва нового времени. Отец Небесный, великий родитель Всего Сущего. Ты предстаешь перед нами в образе прекрасного светила. Ты дивно велик, прекрасен и гармоничен. Наполни и нас своим светом. Пусть лучи Твои, Твоя энергия любви войдут в нас и одарят нас совершенной радостью, соединяя в едином жизненном потоке. Все сотворенное тобой, да будет наша жизнь, наполнена Твоим светом, да будут наши закрома наполнены Твоей любовью, да будет наша жизнь согрета Твоим пламенем жизни, омыта из Твоего чистого истока, очищена Твоим чистым дыханием, все силы небесные. Все невидимое войско света. Да пребудет с нами в едином моменте единения молитвы и благодарения Творцу. Мир всему сущему. Аминь. Благодарю всех, кто поддержали меня в чтении молитв. Я хотела и дальше еще прочитать несколько молитв, но не знаю, насколько это насколько это приятно вам слушать. И думаю, что каждый из вас обязательно может продолжить сегодняшний вечер в особом состоянии, молитвенном состоянии. Мне так хочется, я обязательно так продолжу. Но сейчас э, я хотела бы. Прочитать еще, как трактовал э, Семен строки молитвы. Очень наш. Мне очень понравилось. И я хочу поделиться с вами. Очень наш, сущий на небесах. Очень наш, сущий в небе высоком. Трудно вспомнить о том нам порой, что мы дети единого Бога, что Отец нас создавший живой. Ты нам дал все, о чем мы просили, но под мрачную властью царей мы забыли о собственной силе и о воле священной Твоей. Много мудрых вселенских законов, сотворенных Тобою в любви мы в гордыне глухой, непреклонной заменили, увы, на свои. Мы смешали надежды с тревогой, веру с ложью и славу со злом, на века потерявший дорогу в твой небесный заоблачный дом. Но теперь мы воистину знаем, что вернемся в родные края, да прибудет, как солнце сияя. Нет, не наша, но воля твоя. Очи, сущий на небе высоком, Нас из мрака к прозрению веди. Отврати разум наш от пороков И любовью своей награди. Да светится имя Твое, лицедеи, фарисеи под личиною святой прячут ложные идеи и ущербный облик свой. Чистые одежды носят, но в сознании яд таят. Имя Бога произносят и при этом зло творят. Можно ли отцу молиться, братьев и сестер кляня, и душою веселиться в чреве адского огня, только чистыми устами, искренне, в заветный час, вправе мы молиться в храме, чтоб Господь услышал нас. Мысли светом наполняя, добрых дел сплетая нить, люди мудрость обретая смогут с Богом говорить. Звезд лучами золотыми, очи сущий в небесах. Да светится Твое имя на века у нас в сердцах. Друзья, мне очень хочется еще чуть-чуть продолжить. Мне хочется прочитать сегодня продолжение. Пожалуйста, послушайте. Да придет Царствие Твое. Нам невежество цепи ковали, Течья совесть давно умерла. Мы к несчастью веками страдали По вине падших ангелов зла. Нас опутали нити иллюзий, Этот узел пора разрубить, Оборвать ненавистные узы И свободу душе возвратить. Бог создал светлый мир совершенным и вручил от него нам ключи. Мы листаем страницы Вселенной не за тем, чтобы скитаться в ночи от рождения. Вольные люди спины гнуть под ярмом не должны. Мы рабами отныне не будем, и хозяева нам не нужны. Миновала эпоха лукавства тусклой искрой угасла в зале, да приидет Господнее Царство здесь, сейчас, на цветущей земле. И, и еще, друзья, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Нас ждет в порталах новой эры свободный мир для всех людей, нам надоели лицемеры со всею свитою своей, и спита нами чаша горя и зелье лживых слов в речах. Да будет ныне Божья воля здесь, на земле, как в небесах. Есть свод космических законов, скрижали данные Творцом, но возводя кумиром троны, увы, забыли мы о нем. Законы тьмы, источник боли, что раны исцелить в сердцах, да, будет ныне. Божья воля здесь, на земле, как в небесах, подобно фениксу, пылая и возрождаясь, как заря, познает свет душа людская на крыльях истины паря. В единстве душ на радном поле любовь сразит тоску и страх. Да, будет ныне Божья воля здесь, на земле, как в небесах. И последнее, потому что очень хотелось бы все прочитать, но я понимаю, что это, возможно, утомительно, но хотелось бы очень. Итак, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, дай нам очи, хлеб вечный, духовный и обычный из колоса ржи, хлеб для жизни земной полнокровный, хлеб небесный для чистой души. Пламя истины свет излучает, и когда подрастает душа этот свет нашу сущность питает, как отец своего малыша. Мы приходим на землю с желанием, словно лотос, душой расцвести, но без пищи духовной, духовного знания нам дорогу к тебе не найти. Говорят, будто хлебом единым не живут те, кто жаждут чудес. Бог тела сотворивший из глины наделил их дыханием небес. Дай нам, очи, в сей день хлеб насущный, свои чада земные любя, чтоб зайти нам на горные кручи и ладонью коснуться тебя. Понимаю, надо остановиться, но мне очень-очень хочется, друзья, сегодня такой непростой вечер, непростой день. Мне очень хочется, чтобы целостно было все то, что заложено в этих строках. Поэтому еще чуть-чуть, пожалуйста. Следующее. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Можно сделать мир добрее улучшая личный план. Свет и радость в душах сея, вместо скорбни, скорби древний храм. Должникам долги прощая, в милосердии своем, никого не осуждая, всеми будешь сам прощен. Если боль обид забудешь, чаша бед тебя минет. Не суди, и сам не будешь осужден в грядущий год. Изгоняй слепые страсти, зависть не впускай в свой дом, пожелай другому счастья, коль мечтаешь сам о нем. Так, достигнув просветления, люди будут спасены. Отче, дай нам всем прощение, как прощаем ближних мы и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мы мечтаем о том и об этом, кто о Боге, а кто о войне, кто-то жаждет подарков от света, кто-то царствовать хочет во тьме. Есть такие, кто правду с обманом белой нитью пытаются сшить. И в гордыне душевной раной то богатством, то властью лечить. К вечной истине сложно стремиться, Потакая капризом своим, Невозможно с лукавым смириться И при этом молиться святым. Грязь соблазнов на ложной дороге, Для иных золотая пыльца, К тем, кто в Суи забыли о боге. Алчный демон стучится в сердца. Отче наш, тяжкий путь искушений, Помоги нам достойно пройти. И даря нашим душам спасение От лукавого нас защити. Ибо Твое есть царство и сила и слава Во веки. Аминь. Очень наш, надели нас по праву, возвратившихся к свету детей, царством истины, силой и славой, века доброй волей твоей. Вот, наконец-то я все-таки дочитала. Очень хотелось мне сегодня это прочитать. Э, стихи Семена. Благодарю его очень. Благодарю за за точно переданный смысл. И сегодня у нас суббота, субботний день, да, и 1 мая. Я не знаю, нужно ли говорить сейчас о 1 мая, хотя там тоже есть много чего интересного, но мне не хочется почему-то говорить об этом, хотя есть много интересных фактов. А мне все-таки хочется поговорить о завтрашнем дне, и о дне пасхальном. Как вы ощущаете вот сейчас этот вечер, этот день? Ощущаете ли что-то? Потому что создается коллективное поле. Оно, безусловно, влияет на нас. И, безусловно, то, что есть традиции, которые влияют на нас также. Мы находимся, еще раз говорю, не оторванные от этого мира а мы находимся в общем поле. И мы уже все знаем, что много столетий подряд все христиане встречают, завтра встретят радостный и светлый праздник. И этот праздник называется праздник Пасхи. И почему он так называется? Почему он радостный и светлый праздник? Я думаю, что все, кто сейчас здесь, они все это понимают, все понимают, о чем я говорю. И все-таки хотелось бы немножко вот задуматься, задуматься о том, что же на самом деле происходит при этом празднике. И я хочу прочитать текст учителя сейчас, после этого. И вчера вечером так получилось абсолютно случайно. Я включила, ну, включила телефон, Facebook, и там шла э, <космотворение> литургия, то есть служение передавалось по ну, можно было его увидеть, в общем-то, послушать и проникнуться. Я включила и начала слушать. Мне очень хотелось включиться полностью, вот, почувствовать. Я, в общем, люблю очень церковные песнопения, очень люблю. И я слушала сначала, с таким большим ощущением, приятным в сердце. Но через какое-то время, через какое-то время я э, включила, наверное, уже не сердце, а разум. То есть включился мой разум. И э, я стала думать, а что же это за строки, постоянно повторяющиеся, о чем говорится. Ну, то есть я попыталась понять смысл всего происходящего, как, что происходит. Честно говоря, вот когда я включила разум и попыталась понять и вникнуть в смысл, вот тут что-то как-то у меня уже начался какой-то сбой, потому что ну, потому что оно как бы для меня имело мало смысла. Все то, что говорилось, оно было каким-то рефреном, повторяющимся фразами. Возможно, две тысячи лет назад или тысячу даже лет назад. Вот людям нужны были такие действия. Вот такие, когда перемещаются один с одного места, другого повторяют одни и те же фразы, вот так поют. Может быть, я сейчас и говорю что-то не не то, но я передаю вам просто свое ощущение, что новое время оно имеет свой, абсолютно свой новый ритм. И все эти легенды, они, безусловно, останутся в памяти в истории человечества. Но это уже будет, и оно уже есть, как некая сказка. И завтра люди будут отмечать радостный и светлый праздник Пасхи с такими неизменными атрибутами, как пасхальные яйца, пасхальные куличи, тут у нас называется Пасха, именно с ними, а также с ярким солнцем, из полной надежды весной ассоциируется у многих из нас сам праздник воскрешения Иисуса Христа. Да? Это праздник, в котором постоянно повторяется, что жизнь победила смерть. Вот для меня здесь вот нет логики в том, что в этот день снимается запрет и начинается употребление убиенной пищи. То есть где смысл? То есть честно, я не понимаю, если жизнь победила смерть, то почему миллионы-миллионы жертв должны быть принесены в этот день? Мне очень-очень тяжело говорить об этом, потому что э, я понимаю, что для всех живых существ, которые приносят жертву в этот день, этот день кровавый и не жизнь победила смерть, а наоборот, смерть победила жизнь. Э, это я так ощущаю. И каковы же все-таки истоки традиций, которые известны нам? Откуда взялась традиция красить яйца на Пасху? Как э, вы, наверное, все знаете, конечно. И я, конечно, до этого все это знала. Но вот есть такое мнение мне кажется, оно больше сказочное это мнение что эта традиция уходит во времена апостолов. Не как-то слабо верится, что апостолы красили яйца. Вот. Ну, такое есть описание, что это произошло во времена апостолов, которые, согласно древним Писаниям, стали прародителями этого ритуала. Что это такое? Я пыталась понять, не знаю, пока не понимаю. Вот. И началось все с того, что каждый раз во время еды они оставляли воскресшему учителю. Место за столом и ложили туда кусочек хлеба, поскольку он являлся к ним и делил с ними трапезу. Вот такая легенда. Но вот про э, традицию красить яйца, это, конечно, вы все знаете, что есть такая легенда, я бы больше сказала, сказка о воскрешении Хри... Христа к Римскому императору Тиберию э, сообщила. Мария Магдалина и она вошла к нему и крикнула: «Христос воскрес!» и преподнесла ему в дар куриное яйцо, которое было окрашено в красный цвет. Это такая легенда, такая история. На самом деле была она или нет? Неизвестно вообще. Все люди хотят верить в некие сказки рождения Христа, там где много сказочных таких сюжетов рядом овечки там коровки в хлеву где-то в Вифлееме ну нам нужны видимо всем Особенно в, в те прошедшие века нужны были людям легенды, сказки, в которые они бы верили. Красивые сказки. И вот здесь, мне кажется, это тоже есть некие легенды, некие сказки, которые после додуманы, придуманы. Для чего? Трудно понять, конечно. Вот. То есть, император увидев в руке у Марии Магдалины красное яйцо, рассмеялся и сказал, что скорее яйцо в твоей руке станет красным, чем он поверит в воскрешение Христа. И вот Мария Магдалина показала ему красное яйцо. И вот такова легенда. Но ну, мы знаем, что вообще праздник Пасха, он и был еще Задолго до рождения Иисуса Христа и его отмечали в честь освобождения еврейского народа из египетского рабства. И вы все знаете эту историю, я не буду рассказывать ее, но все-таки чуть-чуть, не знаю, стоит ли на этом акцентировать внимание, там много чего такого сказочного. Это все легенды, которые передавались из уст в уста, и каждый, кому передавались эти легенды, эти сказания, привносил что-то свое. Вот попробуйте вспомнить то, что было пять лет назад, вспомнить то, что было десять лет назад, вспомнить то, что было двадцать лет назад. И вы увидите, что чем э, дальше, глубже воспоминания, тем больше они обрастают всякими э, деталями, о которых не помнишь, но пытаешься их э, пытаешься их э, восстановить, можно сказать, и потому все легенды, они обладают вот такими вот э, из устными передачами которые обретают особую можно сказать э, ос особую живописную вот такую вот летопись из уст в уста каждый пере что то свое добавляет вот я здесь просто хотела вам рассказать историю Действительно, слово Пасха. Но сейчас я просто посмотрела и подумала, что не стоит на это тратить время. Но еще раз повторю, что христианская Пасха неразрывно связана с жизнью. И об этом нужно помнить, особенно завтра. Жизнь победила, смерть нет. Не смерть должна быть на первом месте. Смерть не может быть победить жизнь ни в коем случае. Так вот, жизнь победила смерть, Христос воскрес. И потому помните об этом, когда вы ставите на стол те яства, которые будете употреблять. Они не должны быть связаны со смертью. Это очень важно. Для меня это очень важно. И хотелось бы, чтобы мы все были осознанными и каждое свое движение, все то, что мы делаем, не делали бы механистически по традиции, а включали бы ум, осознание, сознание и думали, что происходит, что и как происходит. Вот. Я лично, когда включаю сознание, то тогда я вижу истинную картину того, что происходит. Вот, вот сейчас я думаю, что я уже не буду больше об этом говорить. Вот здесь только я вот сейчас смотрю историю и вижу, что духовный писатель и епископ Дмитрий Ростовский считал, что Мария Магдалина подарила императору. Тиберию яйцо, уже окрашенное в красный цвет. Это, как я сказала с самого начала. И этот дар возбудил любопытство императора. И тогда она рассказала ему об Иисусе Христе. Может быть и так. После чего он уверовал. И православие, в православии эта легенда, судя по всему, по всему проникла из католичества. А по другой версии Богородица, мать Иисуса, развлекала младенца Христа окрашенными яйцами. Честно говоря, не знаю, мне не резонируют все эти легенды. Не особо верится. Вот, ну, это право каждого человека верить, соблюдать традиции. Я просто высказываю свое мнение. Вот и сейчас пишешь. Вот я читаю, что завтра будет самый главный праздник христианский. Ну, это уже хорошо, что мы праздник возрождения, праздник победы, который побед... жизнь победила смерть, ставим на первое место светлое Христово воскресение вот. Но, а мы вернулись сейчас в город. Конечно, сегодня был, как и все эти дни, у нас очень тяжелый такой физический труд, потому что мы работаем действительно на земле, и это достаточно трудно. Особенно трудно, конечно, Руслану, который вот один исполняет сейчас такую серьезную физическую работу. Вот, но ну, у меня тоже есть достаточно тру, Фи... достаточно большой физическое физический труд, физическая нагрузка, это я имела в виду, и потому мне немножко тяжело для меня, когда идет такое физическое, в общем то украинское сейчас слово идет, навантажение, то есть такое. Давление физическое, усталость, можно сказать так, то немного мне трудно все это уравновешивать, но нужно. Мы все должны одухотворять материю. Это наша задача. В нынешнем воплощении это одухотворение материи. И когда мы трудимся, где бы мы ни трудились, в какой бы сфере жизни мы ни трудились, что бы мы ни делали, мы должны помнить об этом, что мы при этом привносим свои духовные энергии в материальный, физический мир. И потому обязательно, я, я считаю, для меня обязательно физическая нагрузка. И вообще, чем больше, тем лучше. Вот, то есть я ни в коем случае себя не, не устраняю и не жалею. Наоборот, я считаю, что человек должен трудиться до последнего дня своей жизни. Сейчас я хочу прочитать вам э, текст учителя. Вот я сейчас его открываю. Одну минутку. Одну минутку. Вот, спасибо. Софии, которая нашла этот текст. Спасибо. Это послание учителя 29.04.2016 года. Так, оно посвящено все-таки дням, которые предшествуют Пасхи. Сегодня день недели. Пятница. И именно в этот день можно и важно вспомнить о событиях давно минувших дней. Эти события остались в памяти человечества. Да, именно в пятницу было совершено распятие Христа. И это событие должно было поменять ход истории. Но поменяло ли оно? Это вопрос к вам. Стало ли это событие знаменательным, развернувшим ход истории на 360 градусов? В этот день я бы хотел, чтобы вы вспомнили о том, что происходило, чтобы вы более глубоко проникли в ход событий и сумели многое вспомнить и понять. Есть те, кому... Многое надо вспомнить, кому необходимо открыть в себе воспоминания о тех давних событиях. И ныне, в этот день, я хочу сказать вам, я многих из вас знаю и помню. Мы многое решали совместно, но воплотить задуманное было достаточно трудно. Как тогда? Так и сейчас. Я говорил о Роде Небесном и говорил о космической семье. Эти семейные отношения построены на иных принципах. Семья строится на вибрационной близости душ. В нее могут входить души, которые признают главой семьи ее основателя. То есть семья строится на принятии особых правил и законов семьи. И если основатель рода или семьи включен в определенную программу, то обычно его поддерживают все члены семьи. Это духовное единение. И многие из вас мне знакомы. Есть те, есть много тех, кто приняли решение прийти в этот трудный момент на землю для воплощения утвержденной программы. Поэтому многие из вас помнят и на основе этих воспоминаний знают, знают о трудной миссии, задаче, поставленной перед нашим родом исправить многие грубые ошибки и постараться вернуть чистоту учению любви. В эту задачу входит и реабилитация всех пострадавших за многие века, всех погибших за христианскую веру. Таких немало. Они ждут этого момента, ждут, когда откроется истинная картина, и они предстанут перед миром в истинном свете они ждут, когда с них снимут ярлыки, в том числе и еретик, нечестивец, и многие поймут, что на земле шло целенаправленное уничтожение детей света и стирание памяти у остальных. Дети света это те, кто стояли за истинную веру, те, кто помнили и знали, те, кто были непоколебимы в своей правоте. Они погибли, они отдали свою жизнь, но не только. Многие души были жестоко травмированы и до сих пор находятся в плену. Они нуждаются в освобождении. Освободившись, они будут теми, кто сможет предъявить обвинение своим жестоким карателям. Совместимо ли учение любви с насилием, пытками и жестокими казнями? Как это сочетается с тем, о чем говорится в Евангелии? Как главная заповедь ⁇ да, любите друг друга ⁇ сочетается с действиями захватчиков. Неужели это так трудно понять? Неужели в этом так трудно разобраться? Многие тайны хранятся в рукописях, в главной точке управителя этим процессом, пока он считает себя непоколебимым. Но и Рим пал. Падёт и эта перевернутая система. Уже сейчас многие изменения происходят там. Тайники меняют свое местоположение, но вы должны знать, что падение этой системы обязательно будет, и произойдет оно с главных событий, которые грядут. Я говорю пока намеками лишь потому, что против... что противник хитер долгое время ему удавалось удерживать власть, создавать свой купол, свое покрытие, в котором и удерживаются люди. Там они на своей волне, которая отключает критический ум, и поэтому говорить легко. Достучаться труднее, ибо есть барьеры, через которые проникать трудно, если не невозможно в нынешнем времени. Противник умен и хитер, реагирует быстро, имеет свою организованную сеть быстрого реагирования, планы разрабатывают и меняют по обстоятельствам так же быстро. Нам не хватает активности, умения распознавать, смелости и, главное, еще и еще многих умений. Но эти качества обретаются с опытом. Нам пришлось расстаться с группой подготовленных работников. Они были сбиты на игровой доске и по правилам игры более не участвуют в дальнейших действиях. Это уменьшает наши ряды, делает задачу труднее. И одновременно ныне мы готовы сражаться за каждую душу, которая включена в работу. Для нас очень и очень важен результат. Результат на каждом этапе. Поэтому помните, это сражение и силы не равны но вы обладаете силой, знаниями и нарабатываете умения. Мы снова вступим в бой, который произойдет скоро, и задача будет поставлена крайне трудная, но решить ее необходимо. Поэтому максимальная слаженность. Прочь разногласия, Несогласие. Концентрируйтесь на едином целом, монолитном объединении. Представьте, что вы единое целое, и вместе вы сила, сила разного качества, но мощного потенциала. Главное удерживать единый образ и помнить, что каждое ваше действие или приближает вас к цели или же отдаляет. Вам важно удерживать в себе главную цель. Она фундамент. На ней будет все держаться. И помните, есть детские игры, например, в песочнице, и есть взрослая игра, которая является сражением двух сторон за господство. И мир должен найти опору. И вернуться к истинным ценностям. Мир должен стать миром, в котором каждый уверен в завтрашнем дне и в своей неприкосновенности. Я говорю об этом в пятницу, в день, который можно назвать скорбным, но ныне мы не скорбим, мы действуем, и вода точит камень. Учитель Христос. И сейчас, друзья, я не знаю, как-то мне надо перейти к книге Космос и говорить совсем на другую тему. Достаточно трудно. Даже не знаю, насколько согласуется вот тема, которая... Книге Космос тема об иерархиях. Вот с сегодняшним настроем, с сегодняшним днем. Все-таки я, наверное, принимаю решение, чтобы не не входить сейчас в книгу Космос и не читать об иерархиях, а прочитать текст, который все-таки должен нас поддержать. И этот текст называется "Радость и счастье" изменить свой характер непросто. Но поверьте, что уже само только желание изменить что-либо в нем есть величайшая победа в вашей души. И желание должно быть реализовано, но это будет зависеть от вашей доброй воли, сильной воли. И я хочу вам пожелать, пожелать всем успехов на этом пути. И в этот день, День Пасхи, День Пробуждения природы. Человек, а человек есть часть природы. Я хочу пожелать вам всем радости, счастья и любви. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Пусть эта радость никогда не покидает вас. Я понимаю, что сложно порой находить ее в повседневной суете и в тяжелом быте, материальной неустроенности и иногда и больном теле. Трудно, очень трудно, я согласен. Но если вы посмотрите на все свои огорчения и невзгоды, как бы со стороны, с высоты, своей духовности, уже понимая, почему и для чего вам даны все испытания, то вы поймете все, то вы найдете в себе силы побороть свое пессимистическое настроение, и вы увидите свет. Свет в конце темного коридора своего уныния. Я желаю вам, чтобы вы радовались, радовались каждому мгновению своей жизни, ибо жизнь ⁇ это величайший дар Творца человеку. Поверьте, что воплотить душу на земле очень и очень сложно. И каждая душа перед тем, как получить разрешение на воплощение, Проходит своего рода чистилище, и каждая душа мечтает о приходе на землю, ибо только пребывание в физическом теле дает шанс душе для духовного развития, для духовного скачка. Да только плотная материя дает возможность, дополнительную возможность душе совершить скачок в духовной эволюции. Эволюция души в тонком мире происходит медленно, очень медленно, ибо там нет времени. Это место без времени, а время есть только в мире плотной материи. Вот почему эволюция души здесь происходит быстрее, но также быстрее может наблюдаться и обратный процесс. Вот почему я хочу вас убедить в том, что ваша жизнь, какой бы трудной она ни была, она уже есть благо, и уже есть радость, будет радость. Будет и счастье. А что такое счастье? Это и есть радость, только радость наивысшая, самой высокой отметки на шкале радости. Но человек не может долго находиться в состоянии радостного возбуждения или состоянии счастья. Счастье, как вы его понимаете, приходящее а потом наступают будни. Я же хочу сказать по-другому. Счастье – это ощущение радости от жизни, каждодневное, ежечасное, ежеминутное. Счастье – это чувствование окружающего мира, природы и человека – если человек способен найти радость от любого проявления природы, будь то снег, дождь, ветер, ночь, день, закат, восход, если его не раздражают люди и их поступки, если его мысли светлые и чистые, если дела его добрые и светлые, а желания благостные и нравственные, то такой человек. Счастливый человек. Я хочу пожелать всем вам стать именно такими счастливыми людьми. А если в вашем сердце будет вечно гореть огонь любви, дающий тепло другим людям, то вы будете, безусловно, будете счастливыми людьми. Я вам желаю быть именно ими, желаю вам любви и счастья, и пусть не тревожит вас никакие житейские неприятности, ибо они даны вам во благо, а не во вред. Значит, что-то вы должны отработать или понять в этой жизни. Какой-то урок вами должен быть усвоен. Если вы правильно оцените и поймете данный урок, то ситуация начнет быстро изменяться. А если вы, поняв урок, начнете действовать, то и неприятности начнут уходить, уходить навсегда. Главное – постичь урок и исправить то, для чего и был преподан данный урок – если вы не поймете смысла урока, то вам придется и в будущем в воплощении постигать его снова. Будьте все благословенны во Да не иссякнет никогда ваша вера и любовь, да не оставит вас никогда любовь Творца. третьего 2003 года. Я благодарю вас, друзья, за внимание. Не знаю, возможно, я поступаю не точно, но мне почему-то не хочется сейчас переходить к теме космической и углубляться в тему иерархии. Это очень важная тема. Она действительно должна быть понята, потому что я слышала... Отдельные высказывания на лекциях других людей, которые говорили о том, что нет никакой иерархии, а вот здесь, в текстах, учитель объясняет по-другому, и он объясняет, что такое иерархия. И я думаю, что <coughs> мы должны обязательно затронуть эту тему, но сегодня особый день. И я бы хотела, чтобы сегодня мы, если вы пожелаете, я бы очень этого хотела, чтобы мы сейчас все вместе мысленно прочитали молитву, очень наш, молитву о мире, потому что нашей любимой планете Земля очень нужен мир сейчас и... Молитву о том, чтобы были нейтрализованы все преступные планы. И, в общем, неважно, я думаю, какую молитву мы будем читать или просто без слов. Сердечная молитва ⁇ это наш импульс, наш посыл вверх нашему великому родителю, нашему великому Создателю. Просто молитва без слов ⁇ это отдача части своей энергии любви, энергии жизни, как посыл благодарения нашему великому родителю. И, безусловно, мы должны почувствовать ответ, мы должны почувствовать, как на нас в ответ не сходит золотой дождь его благословенной энергии. Сейчас буквально несколько минут музыкальных, когда мы все вместе можем прочитать молитву. Я бы хотела этого и прошу, кто может, поддержите меня. Я не буду читать слух, чтобы не навязывать никому те слова, которые я буду произносить, потому что э, чтение молитвы это таинство. Помолись Отцу, который в тайне. И отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Поэтому каждый из нас может читать молитву или не читать, как я уже сказала. И все это может быть просто в едином посыле, в едином потоке. До новых встреч, дорогие друзья. Благодарю всех, благодарю Семен вас за прекрасные стихи. Э, наступающим светлым днем победы жизни над смертью.